Чудесный день представляет. Торнадо, зачем мы здесь? Это территория тираннозавра Грога. Он будет не в восторге, что мы здесь ходим. Он-то нам и нужен. А мне как-то не хочется с ним встречаться. Помолчи. Из-за тебя наш план провалился. Теперь я сам все сделаю. А ты иди и помалкивай. Понял. Долго нам еще идти, торнадо? Хватит ныть. Это моя территория! Как вы посмели сюда зайти? Мы не охотиться сюда пришли, а предупредить об опасности. О какой еще опасности? Ты в своем уме, спинозавр? Кто мне, тираннозавру, может угрожать? Ты выслушай меня сначала. Ладно, говори, но только быстро. А то я голодный. Может, ты слышал, что на страну динозавров упал метеорит и все разрушил? Ну, слышал. А я тут при чем? А при том, что их лидер Тирекс со всеми своими динозаврами ищут новые земли для проживания. И я слышал, как они говорили, что им очень приглянулись твои владения. Мол, и растительности, и животных здесь много. Что? Мои земли? Не бывать этому. Спасибо, спинозавр. Я твой должник. Рад помочь. Эй, Тирекс! Куда дальше идти? Я не вижу здесь никаких следов спинозавра. Он должен быть где-то рядом. Я это чувствую. Я нашел. Вот его следы. Идем по ним. Не обманул меня спинозавр. Ну что ж, предстоит битва. Я рад. Давно ни с кем не сражался. Ну что, убедился? Я был прав. Да, я буду биться с ними до последней капли крови. Подожди, не горячись так. Их слишком много. И на их стороне еще твои соседи травоядные из долины травоядных. Я справлюсь! Ты, конечно, силен, Грок, но в одиночку идти против всех глупо. Давай лучше соберем свою армию из динозавров и отстоим твои владения. Хорошая идея, спинозавр! Меня зовут Торнадо. Но у меня возникает вопрос. Зачем тебе это надо, Торнадо? У меня давние счеты Тирексом, Гиганотозавром и Заурофагонаксами. И ты решил, чтобы я с ними разделался? Услуга за услугу. Ну ты хитер, Торнадо. Ладно, пошли. Надо подготовиться к битве. Что с тобой, Тирекс? Ты какой-то беспокойный. Я чувствую опасность. Будьте внимательны и осторожны. Куда ведут следы, гигантозавр? Вглубь леса. Пошли и держимся все вместе.
Захотел получить мои земли! Не выйдет! Чего ты взял? Мы разыскиваем спинозавра по имени Торнадо! Ты меня не проведешь! Торнадо! Чего стоите? Вперед! Малыш, на помощь, скорей! А этого дракона я не учел. Пора отступать. Ух, спинозавр сбежал. А я почему должен здесь драться? Пойду-ка я отсюда. Сбежал? И нам здесь тогда делать нечего. Ты остался один. Все тебя бросили. И я на твоем месте не доверял бы Торнадо. Это самый подлый динозавр из всех. Что будем делать с ним, Тирекс? Да отпустим. Зачем он нам? Мы ищем Торнадо. Но он, как всегда, ушел. Эх, Грок, Грок. Иди, Грок, ты свободен. Мы с тобой еще встретимся. Я вызываю тебя на бой, Тирекс. Один на один. В честном бою выявим, кто из нас сильней. А мне это зачем? Ты струсил? Не знал, что тираннозавры бывают трусами. Я не боюсь тебя, Грок. Просто не вижу смысла в этой битве. Увидишь, я тебе обещаю. До скорой встречи. Это не конец. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.